Всем привет! Сегодня будем варить на зиму очень вкусный соус к мясу из зеленых помидор. Сделать его легко и быстро. К тому же это отличная возможность пустить в дело помидоры, которые не успели созреть и зачастую имеют не очень красивый вид. Потратив всего 20 минут своего времени, вы будете иметь просто идеальный соус, который подойдет не только к мясу, но и к рыбе, к овощам и другим блюдам. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом подготавливаем помидоры, чтобы их было удобно закладывать в мясорубку. Берем помидор, разрезаем его на 4 части и удаляем плодоножку. Такую процедуру повторяем со всеми помидорами. Если есть какие-то пятнышки на плодах, их тоже вырезаем. Дальше пропускаем помидоры через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавляем соль, сахар, острый красный перец, молотый черный перец, мелиссунелли, рафинированное подсолнечное масло. Хорошо перемешиваем и отправляем на огонь. Ждем, пока закипит, а затем засекаем время и варим 10 минут на небольшом огне, ничем не закрывая емкость. При этом время от времени кипящую массу перемешиваем, чтобы соус не подгорел. Через 10 минут добавляем уксус, перемешиваем и продолжаем варить еще 5 минут. По истечении времени раскладываем соус в горячем виде по сухим стерильным банкам и закрываем стерильными сухими крышками. Храним в прохладном месте. Вот и все. Вкуснейший соус к мясу из зеленых помидор на зиму готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.